Я хочу вам сказать, друзья, давайте сегодня зайдем с двух сторон к нашему здоровью. Просто подойдем с двух сторон. С физической стороны и с духовной стороны. И сначала поговорим вот о физической стороне. Вы знаете, вот многие люди, они даже не знают, что на самом деле проблема даже не в том, что мы можем получить исцеление и потом все равно жить в духе немощи. Даже исцеленные люди исцеляются, к примеру, от артрита, но продолжают вести образ жизни, который приводит к болезни. И у них, может, нет уже артрита, они от него исцелились, у них нет рака, у них нет каких-то болезней, там, туберкулеза, эпилепсии. Но они что-то изменили в своей жизни, когда они исцелились? Вот это вопрос. И знаете, Бог хочет, чтобы мы что-то изменили. Вот послушайте, вы можете себе записать. Давайте начнем с физической стороны. Если ты не сеешь в свое здоровье, ты не пожнешь. Напиши, я должен сеять в свое здоровье. И вы знаете, когда мы говорим сеять в здоровье, я имею в виду не просто пожертвования сеять или финансы сеять, это духовная сторона. А я говорю о том, что мы должны позаботиться прежде всего о своем здоровье. Многие люди, они не понимают, что тело – это храм Святого Духа. Напиши себе. Тело – это храм Святого Духа. И Бог сотворил тело. И представляете, это творение Божье. И Он желает, чтобы у нас было какое-то определенное, правильное отношение к нашему телу. И если мы его эксплуатируем неправильно, это тело может долго не прослужить. И сейчас мы не говорим о родовых проклятиях, наследственных там, болезнях и так далее. Мы сейчас говорим просто о нашем отношении. И вот мы должны понять, что тело – это храм. И к телу должен быть определенный подход. Когда мы смотрим, к примеру, на автомобиль. Вы знаете, многие люди, они не могут иметь хороший автомобиль. И я вам говорю это точно. Я это видел не раз. Потому что они не могут этот автомобиль содержать. Я не говорю о деньгах, а о их мышлении. Они относятся неправильно. Вот вы знаете, когда ко мне попадает автомобиль, он у меня и через год, и через два не становится хуже. Он становится даже лучше. Но я видел людей, которым попадает автомобиль, и уже через три месяца это уже не автомобиль, а корыто на колесах. И я вам хочу сказать, что точно так люди, бывает, относятся к своему телу. Они точно так относятся к своему здоровью. И когда они неправильно поступают со своим телом, они доводят свое тело до болезни. И вот многие люди даже не понимают этого. Они молодые, они, знаете, они наивные. Они думают, что можно делать все. И можно пренебрежительно относиться к своему телу. Но когда приходит уже возраст, все, что ты делал неправильно, начинает проявляться. Давайте посмотрим на некоторые вещи. Так как у нас нет времени, я не могу очень много об этом говорить, будем говорить кратко. Давайте поговорим. Первое. Питание. И мы должны понимать, точно так, как наш автомобиль, мы можем заправлять свой автомобиль качественным топливом и можем заправлять некачественным. И от этого зависит, сколько прослужит наш автомобиль. Точно так наше тело. Вы знаете, сегодня мы должны обратить внимание на то, что мы едим. Многие люди, знаете, как они живут? Они живут примерно так. Утром они встали и побежали. На работу, на служение. Вечером, ночью они прибежали. И они хотят вот этой ночью в 12 часов съесть все, что они не съели за целый день. И они наелись на ночь. Ложатся спать. Им цыгане снятся. И говорит, Бог мне что-то сон не дает хороший. И утром они просыпаются, и все то же самое. Они попили чай и побежали. И вот я вам хочу сказать, знаете, есть много советов, которые бы мне хотелось дать сегодня. Но я хочу так, кратко, знаете. Вот просто поймите простую вещь. Если ты, ну вот как знаешь, есть люди, говорят, я не люблю завтракать. Я люблю есть уже под вечер. Я хочу тебе сказать, вопрос в том, что то, что ты любишь и не любишь, это все можно изменить. Привычка, которая у тебя есть, и все.
Ты можешь сегодня что-то не любить, но очень важно полюбить здоровый образ жизни. Скажи аминь на это. Когда-то у меня была история, и вы знаете, в этой истории я вам рассказываю все как есть, вот правду. У нас служение только начало сильно расти, и я так много трудился, и так много переживал нервного стресса, знаете, потому что было много разных опасностей, я многого не понимал, какие-то ошибки допускал, мне было тяжело от этого, стресс, он сразу приводит твой организм куда? К болезни, так или нет? И мы должны знать об этом, что стресс – это зло. Он приводит нас всегда к тому, что мы начинаем болеть. И вот я настолько уставал, что... и вы даже не представляете, я просто вот на собрании я проповедовал, и я перед собранием пил обезболивающее, потому что в конце собрания у меня начинало все так болеть, я не выдерживал. Меня везли в офис, и я там лежал, отходил просто. Но я все равно продолжал все вести, все везде кругом всем заниматься и так далее. И вот пришла точка кипения, когда я попал к доктору. Знаете, и доктора меня обследовали. Меня прям повезли и сделали такое обследование. И они говорят, помню, доктор этот говорит, парень, говорит, ты вообще, тебе как будто 70 лет. Говорит, у тебя весь организм разлажен полностью. Говорит, ты весь в стрессе, тебе нужно успокоиться. И говорит, у тебя все плохо. И это была правда. И я молился Богу. И я помню, как я так сильно молился, друзья. Я умолял Бога, чтобы Он мне помог. И я Ему говорил, Господи, я не хочу ничего менять. Я просто хочу, чтобы Ты мне дал здоровье, чтобы я мог нормально служить. И однажды, когда я молился в лесу, Бог мне прямо проговорил. Я просил, дай мне здоровье. И он мне проговорил, я не дам тебе здоровья. Ты ненавидишь здоровье. И когда он мне это сказал, я конкретно, как знаете, как откровение, он мне сказал и смысл показал. Ты ненавидишь правильное питание. Ты ненавидишь пить воду. Я воду вообще не пил. Ты ненавидишь все, что связано со здоровьем. И любишь все, что со здоровьем никак не связано. Я любил, знаете что? Я любил свинину. Свинку, хрюшечку. Ай-яй-яй, жирное мясо любил такое. Знаете, вот мне не нравилось вот это белое мясо, знаете, у курицы. Я всегда говорил, оно несъедобное вообще. А вот у свининку, и знаете, такой жир с нее течет, такой шашлычок. И ты как наешься его. И потом хоть стой, хоть падай, да, вообще, все болит, а ты его ешь все равно. И вот знаете, это я говорю о том, как мы, бывает, любим то, что со здоровьем не связано. И вот представьте, когда мне это Бог проговорил, я понял, что я должен сейчас изменить свое питание. И я с того времени, друзья, после той молитвы, я свинину не ем. Вообще. Ты скажешь, пастор, это же невозможно. Дорогой мой, я понял, что этого делать не нужно. И все. И я стал пить воду. Я стал все менять. Но я хочу тебе сегодня сказать, что если ты сегодня неправильно питаешься, если ты в это не вникаешь, у тебя и не может быть здоровья. Даже если ты сегодня здоровый, пройдет время, и ты начнешь ощущать разного рода недомогания и болезни. Потому что вредная пища, друзья, вредное питание. Это ты скажешь, это не духовная тема, пастор. Она духовная, друзья. Потому что Бог в Библии очень и очень много говорит о чем? О пище. И Он говорит евреям в Ветхом Завете о том, что можно есть и что нельзя есть. Почему Он об этом говорит? Как вы думаете? Скажите мне. Друзья, потому что Бог сотворил тело. И это немаловажно для Него. И это немаловажно для тебя. Ты можешь прожить 90 лет, а можешь прожить 60 и умереть от инсульта. Потому что у тебя будет столько холестерина, и твои сосуды все, они будут забитыми. И твое сердце, оно просто уже не будет работать. И все будет только потому, что ты неправильно, что? Питался неправильно. Потому что ты ел то, что нельзя есть, что нельзя было ни в коем случае есть. И вот поймите, люди не вникают в это. А ведь в самом деле, насколько важно понимать, что ты ешь. Люди сегодня любят, они вот садятся вечером и вот так вот берут булочек кучу. И с этим, со сгущенным молоком. И потом смотришь, человек не может понять, почему жизнь тяжелая.
и трудное? Почему такое недомогание и темнеет в глазах? Если ты кушаешь торты на ночь и углеводы, и все это, я тебе хочу сказать, жизнь будет трудной. Нужно во все вникать. И я вам хочу сказать всем, друзья, приходит время, и мы должны вот в нашей церкви, в нашем движении все, мы должны обратить внимание на питание. И я помню, как однажды мы разговаривали с пастором Банихином, и он говорит, я, говорит, хочу тебе что-то рассказать. Я говорю, что он? Говорит, по всему миру езжу, молюсь за исцеление больных. Говорит, ну проблема даже не в том, что они болеют. Проблема в том, что они все, говорит, не следят за своим здоровьем. Они все неправильно питаются. И они все приводят себя к этим болезням. И говорит, даже когда они исцеляются, они продолжают жить той же жизнью. Кто-то сегодня хочет начать новую жизнь, а? Это новое питание, друзья, прежде всего. Ты будешь тем, что ты ешь. Если ты Богу поклянешься, что ты поменяешь питание, Он точно чудо сделает. Сегодня, да? Вес может исчезнуть за одну секунду. Ты скажешь, это невозможно. Возможно. Если Бог рак исцеляет, друзья, Он сегодня может исцелить обмен веществ. Он сегодня может исцелить вообще все процессы в твоем организме за одно прикосновение, дотронуться, и мгновенно, вот так вот прямо на собрании у тебя там 5-10 килограмм исчезнет. Амен. Но ты должен принять решение, что спустя неделю ты не наберешь их опять. Аминь. У меня к вам вопрос. Вот кто из вас принимает витамины? А кто не принимает витамины? Поднимите руку. О, Господи. Значит, я вижу тут людей, которые проживут очень долго. И... Нет, тут все проживут долго. Потому что после этой проповеди вы должны понять одну простую вещь. Что очень важно для нас всех принимать витамины. И вы знаете, вот скажу так, что многие люди, которых вы видите, пожилые, они все принимают витамины. Я ехал с пастором Дионом, летим в самолете, я вот так вот говорю, пастор Дион, а вы витамины принимаете? Он, очень много, очень много. Я говорю, это важно? Он говорит, очень важно. Я разговаривал с пастором Банихином. Витамины принимаете? Он говорит, я столько витаминов ем, что он как начал историю рассказывать про эти витамины. Он их очень много ест. Я разговаривал с пастором Ральфом. Как вы думаете, ему 86 лет. И он ездит по всему миру. Потому что он следит за здоровьем. Он в спортзал даже ходит 2 раза в неделю. 86 лет. Вот кто из вас не ходит в спортзал? Поднимите руку свою. Боже мой. Пастор Ральф вас может пережить. Потому что он принимает витамины, он ходит в спортзал. И вот я вам хочу сказать, друзья, вот с этого дня, вот сегодня, возьмите для себя, чтобы это все было не зря, то, что сегодня такое собрание, то, что мы сегодня об этом говорим. И примите решение, что вы будете принимать витамины. Есть витамины для сердца, есть витамины для сосудов, есть витамины для костей, ну и так далее и тому подобное. То есть возьмите, обратите на это внимание, и вы посмотрите, как вы намного лучше себя станете чувствовать. И вы намного больше сделаете для Бога. Скажи аминь. И это очень и очень важный момент для тебя. Кто из вас уже принимает решение, что все-таки будет есть витамины? Ой, ну какие вы молодцы вообще. Дайте Богу славу. Аллилуйя. У меня в голове все время крутится одна идея. Знаете, я хочу сделать какой-то семинар, вот так вот один день, семинар по здоровью, чтобы пригласить специалистов, чтобы поговорить с вами обо всем, что я сам об этом думаю, чтобы каждый мог услышать и для себя принять решение, как ему дальше жить и как ему выстраивать свое здоровье. Потому что на самом деле, если ты не сеешь во что-то, ты там не пожнешь. Чтобы пожать в здоровье, нужно в него посеять. То есть нужно обязательно поменять питание, нужно обязательно принимать витамины. Следующее.
нужно обязательно пить воду. Кто из вас пьет хотя бы 2 литра воды? А кто не пьет? Поднимите руку. Ну, не стесняйтесь, поднимите. Ну, с водой уже лучше, хоть воду вы пьете. Спасибо большое. Потому что мне же нужна здоровая церковь, а? Я же с вами хочу вообще 100 лет вместе быть. Вы заметили, что Иисус в 7 главе Евангелия от Иоанна, Он говорит, придите ко мне, и приди ко мне каждый жаждущий и пей. И говорит, я дам тебе воду жизни даром, и она станет источником воды в тебе и так далее. И Он сравнивает Дух Святой с водою. Представьте сравнение. Дух Святой сравнивает с водою. И я вам хочу сказать, что для нас очень важно, чтобы мы обязательно каждый день пили много воды. Потому что, когда мы говорим о воде, вода, когда мы ее пьем, она попадает в клетку. И это как обмен веществ. В клетке есть какая-то грязь. И только когда ты пьешь воду, только тогда с этой клетки вот эта грязь уходит, и чистая туда эта вода приходит и приносит жизнь. Если же человек не пьет воду на уровне клетки, он грязный. Он грязный, а, как правило, у него начинаются и болезни, и проблемы. Следующее, друзья. Нужно обязательно раз в год проходить обследование. Кто из вас не проходит обследование раз в год? Понятно. И я вам хочу сказать, вот посмотрите, как много людей, что это очень важно. Потому что многие люди даже не понимают, что когда ты проходишь обследование, ты можешь уничтожить Голиафа в утробе, в зародыше. Знаете, вот Голиаф, он убил много людей. Он был воином. Но когда он был маленький, он был вообще безвредный. И вот Голиаф, представь, это болезнь. И многие люди, они не проходят обследование. И они даже не знают, что у них какая-то проблема. И потом, когда эта проблема уже вырастает до больших размеров, тогда только они идут в больницу. И им в больнице говорят, что уже поздно. Или их болезнь уже имеет такую форму, что вылечить ее невозможно. И вот чтобы мы не взращивали Голиафов, нам нужно обязательно ходить в больницу на обследование раз в год. Одна девушка, у нее просто, знаете, вот это вот история, которую я знаю, у нее просто она не следила немножко за своими зубами, и у нее в деснах там появилась киста. И знаете как, да, ничего страшного, да, обезболивающее выпью, ну и так далее, да. И потом, когда она уже обратилась в больницу, то ей сказали, да, у вас киста, но мы не можем ее удалить, потому что она уже очень большая. И она уже пошла у вас куда-то там дальше, в кости какие-то и так далее. Ее попытались лечить, но эта киста начала так быстро развиваться, что она перешла в раковую опухоль. И эта раковая опухоль, чтобы вы поняли, она стала развиваться у нее прямо на лице. Это была жуткая картина. Я приехал уже, когда молиться за нее уже домой. У нее вот как мой кулак, только может больше намного. Вот такая была страшная вещь на лице, красная, наполненная просто кровью. Это был рак. Ее все лицо, так, голова была полностью растянута. И она говорила, пастор, это ну, ужас. Потом, когда я приехал уже прямо перед ее смертью, вот эта вот голова была маленькая-маленькая, а опухоль была больше головы. И все это текло. И она страдала. В дом нельзя было зайти. И она умерла. И я вам хочу сказать, что причиной было то, что просто она не проходила обследование. И она не знала. Но если бы в самом начале, когда эта киста была совсем маленькая, ее бы просто доктор взял бы и вырезал, удалил бы эту кисту. И ничего бы этого не было. Многие люди, о которых я знаю,
они пошли в больницу, когда у них уже рак был четвертой стадии, и они этого не знали. И они умирали вот так за 2 недели, некоторые за месяц. Потому что развитие рака было намного раньше, но они не проходили обследование. Люди очень часто, они приходят в больницу, когда уже у них вздутый живот, и они говорят: а что это у меня живот вздулся? Что происходит? Я так плохо себя чувствую. А им говорят: вы знаете, ваш гепатит С перешел в цирроз, и уже обратного пути нет. Они говорят: что? У меня гепатит С откуда? Если вы не сдаете кровь, если вы ничего не знаете, если вы ничем не интересуетесь, запомните, это может привести к каким-то трагическим последствиям. Но если человек хочет быть здоровым, он должен серьезно относиться к своему здоровью. Вот запомни, к чему ты серьезно относишься, в том ты будешь благословенным. Амен. И когда ты хочешь, чтобы у тебя все было хорошо, это несложно. Раз в год просто сдай анализы, пройди все обследования. Сделай так, чтобы ты хотя бы видел, что в твоем организме происходит, чтобы ты знал, о чем молиться в конце концов. Так или нет? Потому что если ты увидел какую-то проблему, нет, ничего страшного. Ты будешь молиться, и потом в следующий раз придешь, и тебе скажут: вашей проблемы больше нет. Но если ты не знаешь, о чем молиться, вот это уже проблема. Потому что многие болезни, они находятся на уровне скрытом. Ты можешь быть внешне выглядеть здоровым, а внутри тебя может развиваться что-то нехорошее. Вы меня понимаете, о чем я сейчас говорю? И для того, чтобы это все вскрыть, нужно обязательно проходить обследование. Мы сейчас с физической стороны заходим, скоро будет с духовной. Поэтому давайте еще последний пункт у нас физической стороны. Мы не будем обо всем говорить, но мы с вами говорим. Первое, питание. Скажи со мной: питание. То есть ты должен знать, что нужно питание поменять настолько, чтобы ты получал конкретно то, что нужно твоему организму. Второе, вода, витамины, обследование. И следующее, здоровый образ жизни, спорт. Вы заметили, как популярен сейчас спорт? Кругом одни спортклубы строятся. Кто из вас ходит в спортзал? Поднимите руку. Боже мой, 5 человек или что? 6, 7. О, мама. Я сегодня утром встал, помолился, пошел в спортзал, позанимался. И я вам скажу, насколько это важно. Вы себе даже не представляете. И, как говорит мой пастор, вчера его провожал в Днепропетровске, у них конференция. И мы говорили за спорт, и он говорит... Говорит: Дорси моя, она с самого утра в первую очередь занимается спортом. Я говорю, она вот так вот вверх-вниз, 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 вверх-вниз. Говорит, потом: стоп, теперь другая ресница. Мы так смеялись в аэропорту с этого. Теперь другая ресница. О, Боже. Так вот, послушайте. Почему важно заниматься спортом? Я вам хочу сказать. Первое. Когда ты занимаешься спортом, повышается твой иммунитет против всякого заболевания. Ты можешь себе это записать? Первое. Это повышается твой иммунитет. То есть человек, который не занимается спортом, к нему может липнуть болезнь, немощь, все, что попало. Но человек, который занимается спортом, он обязательно будет иметь иммунитет намного сильнее. С годами, с возрастом, да, когда человек, вот, ему уже 40 лет, 50 лет, его иммунная система все равно, она уже не так реагирует, как это было в 20 лет. И когда он занимается спортом, его иммунная система, она обновляется. И он становится таким, как в 20 лет. Поэтому все люди, которые занимаются спортом, посмотрите на них в 50 лет. 60 лет, они по-прежнему бодрые, сильные, и они не болеют. Моя мама, она уже на небесах, но я в своей жизни увидел кое-что. Она работала на заводе, на ЮМЗ в Днепропетровске. И одно время она сильно занялась спортом, она пошла в группу здоровья.
И вот она была в этой группе здоровья, и потом она организовала целое движение у себя на работе. Все люди вместе с ней каждый день делали зарядку. И она и плюс ходила в группу здоровья. Вы не представляете, я помню, это единственное время в моей жизни, когда я видел свою маму здоровой и крепкой. Она до этого сильно-сильно болела. Она все время пила таблетки. Я не помню свою маму, чтобы она не пила таблетки. У нее все время болела голова. У нее все время что-то ей было плохо и так далее и тому подобное. Она в больницах лежала часто. Но когда она занималась спортом, представьте, она вообще не болела. Она была бодрая. Она была все время в этом своем спортивном костюме. Она все время была в таком настроении боевом, что все хорошо и так далее. И так было здорово. И потом пришло время, и она оставила это. И вы знаете что? И она начала болеть. И в конце концов она умерла от инсульта. И я хочу вам сказать, дорогие, в любом возрасте мы должны уделить время, чтобы заниматься спортом. То ли это бассейн, то ли это плавание, то ли это спортзал. Что бы это ни было, но нужно обязательно это делать. Следующее, что дает нам спорт, друзья, он дает нам выносливость. Запиши себе, выносливость. Вот сегодня то, от чего ты устаешь, для тебя никогда не будет проблемой, если ты будешь заниматься спортом. Многие люди не могут даже помолиться нормально, потому что у них физических сил нет. Но когда ты занимаешься спортом, у тебя есть энергия, чтобы прийти в молитвенную комнату, в тайную комнату и восхитить то царство, которое Бог дал тебе.